Равнение на середину. Товарищ директор, личный состав веренного вам кадетского корпуса за торжественное принятие присяги воспитанниками нового набора построен. Командир кадетского корпуса Пережогин. Присягу на верность Родине. Сневаживать я вам не стану в будущем. Военными, спасателями, врачами, хирургами. У них на шевронах написано три главных слова. Долг, честь и польза. Поэтому я желаю вам всем в своей будущей жизни проявить себя максимально качественно. Весь корпус проходил кругом по этому вопросу. А сейчас именно пятиклассники, потому что они именно посвящаются, и они должны проходить с честью перед корпусом. Оказывается, что они поступили в кадетку не зря. Мероприятие наше традиционное, но тем не менее каждый год волнительное, торжественное. Это первый шаг, мужской шаг для маленьких кадетов. Это дверь в новую жизнь, полную испытаний, трудностей, даже приключений. Старшие товарищи помогут, а здесь они получают заряд, а здесь учебный курс.